Приехали мы на выезд. База у нас на Горьком. Mitsubishi Canter, двигатель 4М51. Дымит очень сильно, жор масла. Сейчас, короче, снимаем форсуночки, демонтируем, потом демонтируем ТНВД. Но чтобы демонтировать ТНВД, надо снять компрессор. Беглого осмотра автомобиля была выявлена небольшая неприятность. Короче, бегать будет. Произвели демонтаж форсунок. Повышибали их все. Так, производим демонтаж компрессора, кондиционера с помощью вот этого замечательного устройства, приспособления. Мы будем глядеть в око дракона. Монтировали мы компрессор так, чтобы фреон никуда не делся, потому что он заправленный. Так, здесь мы выставили меточки. Здесь у нас тоже меточка стоит. ТНВД пока нет, что там, а это зубцы, да? Да, они просто чистые, они получаются. Монтировали вот коллектор, видал? У него фишка тоже. Фишка в клапан в состоянии, конечно, таком. Вандали мне его маленько. Так, демонтировали мы ТНВД. Приехали мы на выезд. Кантер. Будем устанавливать на него сейчас ТНВД после ремонта и форсуночки. Такие вот дыры. Так, ТНВД уже поставили. Подкручиваем. Все поставили, установили, но единственное, запустить не получится, потому что клиент не привез еще на форсунки шайбы. Так, приехали мы опять на выезд. Доделать, клиент привез. Наконец. Шайбочки. Да. Сейчас будем ставить форсунки и запускать. Все собрали, все поставили. Сейчас будем прокачивать топливную систему. Так, будем пробовать. Че, да? Качаем? Давай, давай. Не хватает аккумулятора. Накачали. Так, Кантер тут рядышком стоит тоже. С той стороны, да, Бати? Да, не, вот, глушитель, вот. А, вот, ага. Вот сюда засовываю телефон, вот он, видишь, что творилось. Подожди. Так. Вот так, сейчас заснимем. Да, видно, ну, отвалилось. Либо ее-то просто не поставили, да? Ну, да. Красавцы, мужчины. После ремонта сервиса приехал. Надо ее поставить на место. Сейчас ее выкрутим. И будем ставить. Все тут так просто. Разбито, да, там? Ну, она ходит, ну, видно прям. Она, в смысле, вот, ну, это. Сюда, сюда. Да что ты? Там шар разбитый. Сейчас будем откручивать и смотреть, что там с ним. Демонтировали мы этот держатель. В таком состоянии. Он отвалился кусок. Отломанный. Видишь, что короче, шар уже съеденный по нему. То есть она, грубо говоря, вот это вот так вот она перекрыла. Она колом встала, ну. То есть работает каким принципом? Защелкивается сюда, потом вставляется. И соответственно не гуляет. Короче, вот эту втулочку надо покупать. Ну вообще шар уже все, то есть, ну, по сути можно вот этот механизм полностью купить весь. Приехали мы снова
нашим кантерам. Один сейчас будем запускать, у него севшие аккумы. Взяли пусковой аппарат. А на этом будем ставить втулочки на кулисы. Поставили прикуриваться. Сейчас на нем кулису поменяем. Вот она новая. Перекрутили мы ее на место. Сейчас ее там пробуем поставить. Дай пассатижи лучше. Так, все, установили мы кулису. Давай пробуем. Сейчас я буду. Назад, вперед. Отойди. Сейчас будем пробовать. Все, ход нормальный. Все, это сделали. Запускаем этого с прикуривателя. Нет, что после этого.